Это мы это топаем. Нет. Ладно, стамина регенит. Токсы. Надеюсь, не морской. А, тут спина. А, адолт? Да, ну он в воде сидит. Ну, может, и не фуловый, конечно. Но он фул в воде, блядь, в центре просто лежит на чиле, на расслабоне, похуй ему вообще. И сейчас на него такой гусь нападает. О, и тут... У кого-нибудь есть гусь в этом озере? Тут два спина, по-моему. Два гуся есть у кого? Да он мелкий совсем. Спиныч? Угу. Ну он, блядь, в воде, типа, что ты ему делаешь? Тут еще кто-то, блядь, топает громко. Тут еще до сплета. Один. Оп, идем. С ща, рыбе. Погоди, я пишу. Утка! В смысле? Я по нему вообще не попадаю. Тут два досплета. Один мелкий. Пойду мелкого сначала задушу. А, блин, а может быть досплет с уткой дрались? Не знаю, не вижу утки. Нет, они вообще это не каленые. Ебать, я под головой просто бегаю, как еблан. Да я тоже так бегаю всегда. Ой, бля, нихуя, он больно куснулся. А, это, слушай, это те, которые мы утром видели. Помните? Хз. Марк. Тот же окрас, которого фантомчик бьет. Ой, фантомчик лютый. А у кого? У ут? Разве он первым? Тоже у кого? Я ему накусал в ноги. Ну вот, мне интересно стало. Подхожу. Хорошо, аккуратней. Ебать, там красный. Гусь как-то странно, он что ли в бревне или... Ну, может, я как-нибудь вылечу, не знаю. А где второй? Бублик, давай. А, спина идет. Ты чё, у нас бой. Спина идет, если влезет, он очень каленый. Два спины че идет. Ну, у нас бой, пошли нахуй. Испугался. А чего он боится-то? Спинычий. Ну так типа у нас бой. А. Ой. Ой. Получил, блядь, по макушке. Он водичку пошел, встал. А чего он лег? Если не достанут спинычи. Случайно может. О, бля! Да сплета, аккуратнее еще. Сплета маленький пришел. Да, это мелкий. Ну сейчас спиноч его задушит просто, блядь. На нахуй. Так, я за большим. Да, я тоже за большим бегу. Да сплета, подожди, брат, блядь, куда ты? Когда он бежит, лучше не... Остановись, ваша остановочка. Тихо-тихо, пусть спина чё, а то... Там спина, вон там спина. Куда сел? Спиныча мелкого, что ли, задушили? Что-то там шевелит. Это помогается.
Так, Тоша, уеби-ка меня по голове, пожалуйста, пока что. На спину еще можно нападать или не стоит? Блин, он логается. Так, надо... Понял, он сам нападает. Так, ладно, я пока пригенюсь и посмотрю заодно. Где ты изменил? Тупаю всего. Ладно. Блин. Напиши, тоже слышишь. Бедолага. Да напиши тоже, чередно. Слышишь, напиши тоже. Да. А что тогда слез, я не понимаю. А такой. Малярамы два. Да, я вижу. Вон их ники вижу. Да, вон. Их ники, да. Их. А тут вода рядом. Их ники вижу. Он один прыгнул направо, смотри, он под нами, прям под нами. Бегу за ним. Бегу за Алиарамом. Почти, бля, догнал его. Я то ли слепой, то ли понимаю, где. Блядь, ни разу не попал просто, это все магия колбасы. Я колбасу, блядь, как нунчаками нахуй отбиваюсь. Вау, бью-бу-бу. Видал, как перекинул тебя это. Это знаешь, когда падаешь на спину, ногу вытягиваешь и чувака перекидываешь через себя. Да. Лава. Че такое, братан, блять? Не, ну у тебя почти дико получается. Дико природе. Булик, мне кажется, должно быть наоборот. Если туда вниз упасть, будет больно. Не, не будет. Будет. Не, будь. Не будет. Если хочешь, проверь, прыгни. О, бублик пошел. Ну, это по стенке, если. А сразу слабо? Без стенки. Так, с мусфигней моим сильно. Все, я спрятался. Надо искать добычу. Опа, блядь, ни хера на него упал. Я тебе говорю, бля, колбасой отбиваюсь. На, нахуй, бум-бум-бум, блядь. Братан, кто за кем бежит вообще? Так, го. Оп, там пещера. Погнали на лагуну, хочу. А что там делать? Не хочу на лагуну. Там так некрасиво, там темно, это деревья дохуя, бля. А здесь красиво так. Я бегу за Ори. Стамины нет. А за мной бежит этот. А нет, уже не бежит. Сидит, блядь, душилы. Я тебе еще отомщу. Да, рассказывай. Ну чаки мои, блядь, самые мощные, красивые. Фау. Ну посмотри, забрал лидерку, сразу смелее стал. Не, это просто колбаса. Секретная колбаса. А дай лидерку, Туш. Да, пожалуйста, на. Это лидерка, знаешь, по боку. Главная колбаса. Зачем? Ну ладно. Давай. Фау. Увернулся, хоп. Хова. Я боюсь не того укуса. Хова. Давай, бля, не жалко, не укуснул. Кто там скрипит? Дверь. Ах ты, собака, залез. Да ты встань! Ха-ха-ха!
Марк, потише. Ебать, это было красиво, конечно. Ясно, я застряла, помогите. Лидерка помогла тебе? А, блядь, я тоже застрял. Молодец. А, не, где все, вы есть? Все нормально, вытащил нас. Это все божья сила. Почему у меня зеленый вообще? У меня стандартный скин зеленый, какого фига? Я хочу себе синенького а-ля Рамоса. Он такой красивый с синей мордой. И стандартного тоже можно сделать, кстати, белый скин. Блин, не хватает, лежал, конечно, прыжка на латынке после Дейна. Да. Угу. Алаки. Угу. У меня еще кто-то есть. Да, опять. О, это метрик. Фло? О, нет, это сплета. Это джифик досплета. Ох, скотина, он кусается. На нафиг. На нафиг. А все, ему хвост зашел, он не этот, не вытащит меня из хвоста. Это кто? О, Аля Рамус. Пойдем ебашим, блядь. Два нахуй! Ёб твой, два? Адол ты. Опа. Три! Три! Не-не-не, до свидания, до свидания. А че, боишься, что ли? Я одного один на один разъебал. О! Они друг друга уебали. И у них, походу, стамины нет. Здравствуйте, вы кто? Я Дейна Хадол. Yes. Хорош, хорош, хуярь его. Давай, бледа ему, блять. Я уже двоих убил. Я даже цепи убил. Фига, я какие-то сосиски маленькие беру. Блин, он такой миленький, пипец, не могу. Хорош, хорош, долби его, блядь. Ебать, жесткий, жесткий у меня. У меня тиммейт просто, блядь, машина, нахуй, убийца. Это ты про кого? Про меня. Да. Это он про меня. Вы чё, кто еще может быть таким мощным, как я? Двоих убил, понимаете? И стирака, и досплита. Бля, ебать, мы застреваю у них. Это сейчас спина есть. Я так, только родился. Я только родился, уже двоих убил. Ебать, они очень красные. Ну это должен умереть. Его бы еще один. У меня тоже миссия этот перенести цветочки. А у меня цветочки находятся в километре от того, где надо их. Один заехал. Хорош, хорош. Ну что там, блядь, эти? Как его? Кого вы там растите, блядь? Идите нафиг, вы всем нас не догоните. Ага, мы их, блядь, ебём, блядь, мы просто... Мы догоняем. Да. Блядь, вы рофлите, я в перекусе его, походу, выебу. Нет. А он тебе хвост перекусит, потому что кусает. Кстати, да, я когда нападал на длину них на Алираму, все это пипец был, он стрёмный. Они быстрее меня и кусают больно. Да, циклик. А вот похили все. Так, я отхожу. Давай. Короче, ну, вы там этот Аля Рамусов, да, растите? Да. У меня есть для вас интересное видео. В смысле, ты снимал? А, понятно. Да. Ну после этого видео. Да, у меня есть охуенное кино, как Фантом разъебал просто в очко одного. Просто после въебало, ему видео, встал и трахнул. Мэтт посмотрит твое видео и сделает Дейнониху, все, убьет. А, да, Бублик, да. Ты снимал? Нет, не снимал. Слава богу. Он, все, ты че, он не снимает никогда. Он вообще в жизни никогда даже программу для съемки не скачивал. Так. Даже? Я же прав? Ясно, игнор. Okay.
Я пытаюсь его в голову укусить. Не заденешь. Попадаю? Попал, что ли? Только нет? Прыжком надо. У, все. Спать. Со спины рядом. Все. Ха-ха, блядь. Пойдем растить, блядь, алиорамусов. Ебаня, охуенная, блядь. Пиздец. Просто что, пизды. Блин, попробуем, умрем и умрем. 3-3 просто пизды получили. И то третий потом подошел. Я не сейчас знаю, что будет за такие тупые алиорамусы. Вы какие-то тупых алиорамусов убили, Росток, потому что... Да? Да, потому что даже я это каким-то образом-то отбивался. Даже ты? Картина массовая. Ой. То, что мы вдвоем с тобой на этих... Втроем. А кто еще? Угадай с трех раз. Кокос? Да. Попытка одна исчерпана, давай вторую. Пес кокос и кот гашиш. Мне кажется, двое еще, а для рамусов не успел подойти.